Получается, на низу 4 комнаты здесь и наверху 4 комнаты. И еще там. 2. И там. Ну, она как? 10 комнат. 10 комнат. Номеров. А сколько человек загруженность? Ну, посчитайте, 24, по-моему. 24. Ну, я просто... А было потому такое... Потому что на двуспальне есть. А было такое, что все загружалось? Да, было, когда наводнение было, ту сторону. А, все сюда. У нас даже вот здесь на полу лежали. А вода вот это у вас не доходит, когда наводнение? Нет, нас... У меня кажется, второй этаж даже больше, чем первый. 120 квадратных метров, конечно. Ничего себе. Потолок немножко поменьше. Это пластик, да, Леша? 200. Ну да. А там написано, да, да, это пластик. Уже точно не помню. А, ну да, вон дорога, по которой мы ехали. А санаторий вон чуть-чуть правее, да? Да тут вообще все рядом. А вот дом вот этот из чего? Он с блока? А, прям колхозный кирпич, да? Кровля, смотрю, металлопрофиль, да? Просто сдалека его не видно. А случайно гостиница то не ваша? Это тоже гостиница? Душа-ля красиво, да? Тут приятненько, друзья, что-что. Как мы говорим, мне нравится. Мы до этого дом в этой ценовой категории смотрели. Вот этот мне больше нравится. Забор высокий. Вон тут тоже люди типа мини-гостиница. А тут что у нас? И тут вот так. Ну и смотрю, трещин ничего нет. Леш, когда ходил, трещин ничего не видел, да? Смотри, везде ухожено. Что есть? А тут что у нас? А, ну это как сарай. Это у вас как... можно, да, заходить? Там же никто не живет. А я надеялся. А, это кухня. А буты можно сюда ходить? Можно. А здесь теплых полов нету? Нет. Нету, теплых, да? Полов нет, это кухня. А скажите, вот я так понимаю, что котел это топит у вас и вот это помещение, только и дом? Это. А, только это? Да. Слушай, высота потолков тут сколько? Хороший. Почти 3 метра, да, будет? Почти, да. Стараемся. А, у вас получается как двухкомнатная, да, квартира здесь. Санузел посередине. Прихожка. Да. Это первая комната. Это... О, молодцы, биде все сделали. А это душевая, я так понимаю. Да, душевая. Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики, гости нашего канала. Вас приветствует ваш Николай Сомсиков. Сегодня я нахожусь в городе Хадыженске с моими помощниками Юлей и Алексеем. Всем добрый привет! День. Хором сразу. Друзья, мы сегодня находимся в Хадыженске по просьбе наших подписчиков, клиентов, которые прислали ссылку на объявление, чтобы попросили, чтобы лично я поехал, посмотрел вот этот домик, что в принципе сейчас мы и сделаем вместе с вами. Кстати, мы сейчас проезжаем самый центр города Хадыженска, и чем меня даже сам заинтересовал этот объект недвижимости, ну, естественно, наших подписчиков. Во-первых, то, что дом находится в Хадыженске, то, что это живописное, красивое место, экология вообще безумна. Плюс еще город, вернее, море где-то 60-65 километров, это город Туапсе. И то, что сейчас, вот этот домик, который мы будем с вами смотреть, там вот такая, знаете, как мини... Я не знаю, как мини-гостевой домик, да, Леш, мы его, да, назовем. Кстати, Алексей был в этом домике, домовладении, да, Леш, был же, ты говорил? Да. Да, ему тоже очень, в общем, ну, понравился. Ну, мы сейчас вот вместе посмотрим, поизучаем. Конечно, я еще раз подчеркиваю, этот дом буду смотреть по просьбе наших подписчиков. И давайте вместе с вами посмотрим и обязательно, конечно, досмотрим обзор этого до конца и напишем ваше мнение касается этого домовладения. Еще, мои хорошие, кто не знает, что у Николая Сомсикова есть свой инстаграм, ник его, титул 2005, ну, можно даже просто набрать Николая Сомсикова, вы найдете.
там мы каждый день добавляем фотографии объектов недвижимости, которые мы снимаем по просьбе наших клиентов. Ну, будем говорить, такой некий эксклюзив. Вы это не увидите ни на нашем сайте, вы не увидите это на YouTube-канале, вы увидите это только в Instagram. И вот если у вас есть Instagram, переходите и подписывайтесь. И периодически я делаю там прямые эфиры. Что еще хочу сказать? Хочу еще сказать и попросить наших уважаемых подписчиков, будущих наших клиентов, прошу, прям умоляю, чтобы вы обращались к нам заранее, если вы планируете воспользоваться нашими услугами, потому что сейчас, в последнее время, мы очень много людям помогаем искать недвижимость. Естественно, с многими людьми мы заранее заключаем договора и заранее с ними согласуем, какие объекты недвижимости мы для них будем смотреть. И часто бывает, что клиенты, покупатели, подписчики знают о том, что нас надо заранее предупредить, звонят нам и говорят, мы приехали, помогите и так далее. Мы не можем помочь, потому что мы на сегодняшний день уже с некоторыми клиентами работаем. Это не в обиду. Понятно, что потом происходит такой некий негатив, люди обижаются, говорят, вот, Николай обещал помочь, но не помог. Но я же много раз и говорил, и буду говорить, что если заранее нас люди нанимают, если заранее с нами заключают договор, то мы тогда с нашими клиентами уже, ну, мы знаем, что такую-то дату они приезжают. Мы, кстати, кто не знает, и размещаем свое жилье у нас в городе Белореченске есть, проживание первые 3 дня, последующее будете, конечно, оплачивать, но много людей, которые приезжают с семьей, с кошечками, с собачками, а сейчас с кошечками, с собачками очень тяжело найти жилье посуточно, где снимать, и почему мы вас просим, чтобы вы заранее к нам обращались. Хочу еще также поблагодарить моих подписчиков за то, что вы нам подсказываете, как правильно нам работать, потому что только когда вы говорите ваши замечания и ругаете нас, только из-за этого мы становимся лучше. Почаще это делайте. Да, у меня была пауза по видеороликам, по видеообзорам, друзья, но на самом деле на то были причины. Ну, на то причины, то, что очень много работы, я не успевал снимать обзоры, которые я бы мог показывать для, ну, именно на YouTube-канале, потому что очень много людей просят, чтобы лично я смотрел объекты недвижимости. Кстати, и также вот нашим покупателям будущим напомню, что не то, что напомню, буду еще раз много раз говорить, то, что я прекрасно понимаю, что ну, у наших клиентов есть, вот, например, вы продали свою недвижимость, вы уже едете сюда с вещами, и вот, например, вчера ситуация, да, Юль, была, когда человек приехал, ну, человек сам хотел найти недвижимость на съем, именно на съем, и потом, когда он приехал в Краснодар, начал звонить в город Белореченск, а на съем жилья практически не было посуточно. Я к чему говорю вот это, что и человек потом к нам обращается и говорит, что Николай, помоги и так далее. Ну, естественно, я немножко человека поругал, он знал о том, что надо заранее нас предупреждать, просто... Друзья, все заранее, все заранее. Сегодня, кстати, погода замечательная. Сегодня что, на 16 число, 16 июля 2021 года, за бортом 36 градусов. Последние 3 дня у нас реально очень жарко. Ну и что мне радует, Хадыженский. Вот, кстати, вот, Леш, помнишь, как в том году всегда мы выбирали пятницу, вот с Эльвирой приезжали вот именно в Хадыженск, чтобы снимать обзоры, смотреть. Реально, вот Хадыженск, Апшеронск, вот горячий ключ, вот эта сторона, мне она очень сильно нравится из-за вот, вот этой красоты. И вот, например, ты неделю работаешь, там какие-то степи, какие-то города, где-то что-то непонятное, где-то что-то жаркое, где-то что-то каменистое. Хочется что-то другое увидеть из красоты. И потом мы приезжаем сюда, мы отдыхаем. Вроде бы мы работаем, да, Леша? И тут же мы отдыхаем. Короче, Лех, я тебе завидую, то, что ты живешь в Апшеронске. Магазинчик у нас дубы, да, тут? Кстати, здесь, вот я хотел сказать, это что за здание, санаторий. Кстати, здесь очень много источников лечебных, да, вот помнишь, мы с тобой проезжали, даже да. Сейчас останавливались, пили, помню. Помнишь, пацан нас отвозил, там мы воду пили, набирали бутылку, и там, кстати, где-то надо повернуть налево, а вот тут, наверное, налево. Вот налево. А, вот сюда она была налево, а я сюда целю. Сейчас, ну, Леш, я развернусь. Тут такие узкие проулки. Я помню, паренек нам, мы говорим, говорит, слушай, а есть еще источник? Говорю, да, есть, поехали, я вам покажу. Не боится, да?
Не, ну он не сел, потому что он говорит, и нельзя, говорит, да, сами понимаете. Да это мы ему сказали, потому что, говорит, а ты не боишься с нами сесть, помнишь? Пешком, а он такой, о, точно, ну ладно, тогда пойду пешком. Ну там, в принципе, эти источники были рядом. Ну так интересно, вот ты когда пьешь, вот, Юль, воду сразу из скважины, вода нормально, но если ты ее вот закрыла в бутылке, вот там подержала, ты берешь, а она как керосин, да, что-то такое? Ну, привкус такой. Да, есть, такой, да? Вот что-то, да, вот так интересно. А пьешь, вот она когда выходит из воды, вообще идеально. Так, что у нас тут будет сейчас? Я так понимаю, у нас тут лес. И я, кстати, смотрю, тут речка рядом. Как она тут? Хадашка, да, я просто мелкими буквами написано. Тоже шкодит, да? Когда это смерчи поднимается. А, ну тут на горе. На горе, на ниже. О, да, это хорошо, что на горе. Слава Богу. Слава Богу. Я думаю, что да, вот да. Это, да? Вот это, да, Леша? Да, 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 вот это. Где нам тут припарковаться? Вот это, да? Ух, тупик ты ж. Мне нравится уже. Уже это забор такой необычный. Смотри, человек мучился, варил сколько секций, да, вот да. Эти вот детальки. Супер. А вот дом вот этот из чего? Он с блока? А, прям колхозный кирпич, да? Кровля, смотрю, металлопрофиль, да? Просто сдалека его не видно. А случайно гостиница то не ваша? Это тоже гостиница? Да. Слушай, Ля, красиво, да? Вообще. А ну сейчас я хочу. Можно, да, я пройду, посмотрю здесь. Короче, у вас везде тротуарная плитка. А вы не знаете, вот здесь фундамент идет фески или монолит, не помните? Фески идут. Газ. Сейчас посмотрим. Тут приятненько, друзья. Что-что. Как ни говори, мне нравится. Мы до этого дом в этой ценовой категории смотрели. Вот этот мне больше нравится. Забор высокий. Вон тут тоже люди, типа мини-гостиница. А тут что у нас? И тут вот так. Ну и смотрю, трещин ничего нет. Леш, когда ходил, трещин ничего не видел, да? Смотри, везде ухожено. Что, есть что-то? Не-не, я спрашиваю. Я же, ты когда приходил, нормально было, да, все? Аккуратненько, чистенько. Плиточка везде. Смотрю, и там тоже, наверное, сдают 100%. О, тут тоже у нас деревья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, слушай, это намного лучше, чем мы вот сегодня смотрели дом, да? Да, конечно. Намного лучше. Я даже внутрь не зашел, а мне уже нравится. Смотрю, так, стена целенькая, аккуратненькая. Ничего лишнего. Вроде бы, знаешь, вот земли, конечно, маловато, но, в принципе, для людей, для бизнеса это... Да, за глаза. За глаза. А это что получается? Вот, пожалуйста, вот кто хочет, в речке собрали, да? Да. И это, и аккуратненько сделали. Я сейчас прошу, можно там посмотреть, это кухня или что? А то хозяйничаем. Сейчас я спрошу. Кстати, здесь у нас что тут подтекает, что ли? Надо поправить. А подскажите, я могу в тот это кухоньку зайти посмотреть? Это не кухня, это сарай. Сарай. Ну, я разрешение спрошу. Кстати, Леш, обрати внимание, здесь забор весь такой. Где-то вот секция такой необычный, да? Из-под чего-то, что ли. Но здесь стена тоже хорошая. Цоколь отделали. А по поводу авто, смотри, сколько можно. Даже вот сюда можно поставить авто. Здесь, да. И здесь хоть никто... Навесить, да, навес. Не, я к чему говорю, ты поставишь вот 3-4 автомобиля, и тебе никто не мешать не будет. Я имею в виду, там двор будет большой. А тут что у нас? А, ну это как сарай. Сарай. А вот это интересно, что...
Лёш, а ты когда смотрел, не знаешь, что это было? Это, наверное, центральный водопровод проведенный, да, счетчик, скорее всего? Это скважина, скорее всего. А тут что, скважина у них есть? Вот это что? Ну, ты не забывай, можно центральный водопровод, а потом они, давление, что было. Не знаешь? Мы сейчас спросим. Это давно. Тут газ, а, я думал, это газ. Нет, а подожди, тут что у нас еще? А ну, Юль, дай посмотрю, тут еще что-то есть. А, это туалет и душ, скорее всего. Ну да, это туалет. А тут душ, скорее всего. А, наоборот, вот это туалет, а тут душ. А ну глянем, что у нас тут, ребята. Ну, в принципе, все хорошо. Идем дальше. Газ подсоединен. Ну, пойдем спросим. Это, слушай, тут же надо это, водосливной системы не хватает, да, 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 не хватает желобов, это конечно. Да, да, я тоже заметил. Не, вот так прикольно. А подскажи, вы тут? Ой, а где хозяйка, убежала? Юль, надо хозяйку вернуть. Вот, сначала. Давай посмотрим. Ну тут плитка целая. Все аккуратненько. А вот там у вас вот что? Да, у нас есть еще 1.5 куба. Накопитель. Да. А где он там стоит, накопитель? Под сараем. А, это вот этот люк, который люк, мы увидели, вот это накопитель. Я же говорил, что это центральный водопровод с накопителем. Конечно. Это у вас как... можно, да, заходить? Там же никто не живет. Нет, никто не живет. А я надеялся. Сейчас никто не заедет, да? Можете заехать, а? Сейчас не заедет. Почему? А, это кухня. А буты можно сюда ходить? Можно. А здесь теплых полов нету? Нет. Нету, теплых, да? Полов нет, это кухня. А скажите, вот я так понимаю, что котел это топит у вас и вот это помещение, только и дом? Это. А, только это? Да. Слушай, высота потолков тут сколько? Хороший. Почти 3 метра, да, будет? Почти, да. Больше даже. Да, не, я думаю, больше 3 не будет. Ну, чистенько, аккуратненько. Тут что у нас, слышь? Стена не гипсокартон, то бывает. Слушай, ну... Я скажу, видно, что люди не экономили, да, на строительстве. И потолок только пластик, конечно, но отопление и балкон. А вот это вы под цветы сделали, да? Да. Вот это что, сварщик вот это все варил? Да. Мы прям, я на этом аж зациклился. Молодец. Мы стараемся. А, у вас получается... Как двухкомнатная, да, квартира здесь. Санузел посередине. Прихожка. Так, отопление. Обойки, да, поклеены? Да. Это первая комната. Это паркет, да? Паркет. Чё? Кондиционер. Здесь штукатурка, шпаклевка. А тут что у нас? Блин, мило, мило, мило. Открывание. Тут радиатор есть? Есть. Слушай, мне аж это захотелось купить и сдавать это все. Купите. Я просто сам сдаю. Я Белореченский занимаюсь сдачей. У меня я построил 4-квартирный коттедж и маму туда поселил. Получается 3-4 квартиры однокомнатные. И мама в одной квартире живет и сейчас будет сдавать это все. Нормально. О, молодцы, беды все сделали. А это душевая, я так понимаю. Да, душевая. Чистенько. Вот мне, что нравится, чисто. Я сама убираю. У меня нету дождь. Молодцы. Не доверяю. Да? Так, а тут? Получается, две комнаты одинаковые. Здесь двухспальная кровать, а там две кровати. Так. А вот тут вода, да, попала, смотрю, вот в этом месте. Да, да, да. Это на батарея зимой. Да, меня чуть вздулась, да. Да, ничего страшного. Разобрать можно аккуратно. Да, самое главное, что здесь. Аккуратно на место посадить. Нижнюю часть там внизу, ДСП лежит. Подложка. И она вот эта вздулась. И она вот эта чуть вздулась, да. Ничего страшного. Это же не дом.
А в доме же все идеально же. Ну, да, в доме идеально. Даже в доме не бывает все идеально. Вы же, наверное, в частном доме живете, знаете. Ой, я это вообще прожил 7 лет, жена говорит, надо обои менять. А начал обои менять, да а ладно, поменял обои. Все. А да ладно обои, там без обоев хватает, каждый год что-нибудь. Да, это я тут поддерживаю. То я котел тут... почистить, то а, да. Еще что-нибудь. Ну да, здесь пластик, да? Да, здесь. Не, молодцы, веранда. Мне нравится. Веранда. Мне нравится. Так, ну тут проходите. Мы тут разуваемся. А тут можно, нужно, можно, нужно, нужно, нужно. Можно о, привет, красота. Да. О, так. Ну тут высота вот где-то 2,93 метра, где-то вот так. Потолок пластик. Тут теплых полов нету? Теплые полы в коридоре, в кухне и в ванной. Есть. Это там, где плитка, у вас да, теплые полы. Свет включу. Давайте включайте. Это кухня-столовая. Посмотрите, это кухня-столовая. Тут теплый и вон санузел. Mm-hmm. Это вот комнаты начались. А, это тоже можно сдавать, да? Да, мы это все сдаем. Вы сдаете. А сами вы живете, получается, ну, есть хозяйская комната тут? Нету. А, вот мой офис. Все, я понял тогда. А тут свет есть? Нет. Вот есть. Ламинат. Нет. Ой, это паркет. Паркет. Да, паркет. Тут что у нас? Не. Юль, согласись, лучше, чем вот этот первый дом мы смотрели. Да. А тут у вас стояли радиаторы другие, да, скорее всего? Нет. Эти же, да? Эти стоят. Да? Как будто меняли. Ничего не меняли. Так. Толщина стен здесь где-то 35, откосы чистенькие. Вот вы как, а какого года дом сам вообще? Ну вот мы первые... Я тут еще не смотрел. Да, в 2008 году еще. Мы Новый год встречали уже здесь. А в эксплуатацию сдавали чуть позже, в 2010. Угу. По сути, вы сидите и уже контролируете, что делают ребята. Конечно. А кто сюда приезжает? Вот это, вот нам... это лечение в санатории, лечение на диких ваннах, ага. Командировочные, угу. Роснефть, транснефть. Это вот санаторий, который мы проезжали. Вот проезжали. Mm. Дорожники, которые монтируют дорогу очень часто. Всякие рода ревизоры. Дальше. Проезжающие мимо на Шаумянский перевал. У нас же мимо едут. Или оттуда едут, ночуют. Остаются пару, два, три дня. Тут вообще при Советском Союзе это был маленький курортный городок. Тут была турбаза, санаторий, два даже санатория. Ну, я так понимаю, мебель вся остается. Конечно, я просто уточню. Так, это первое увидели, пойдемте дальше. А? Да, ухожу. Меня не надо. Ой. Да, включили, я что-то по привычке. Ну, ванна здоровая. А, у вас и котел тут стоит, да? Да, конечно. А сколько коммуналка вот за два дома вы платите? 2400 вот. Я заплатила за июнь. 2472 рубля. Это коммуналка все вместе? Все, только коммуналка, а зимний вода, период? Свет, газ. А в зимний? Зимний период дороже, где-то в районе 11-10. Ну, это для таких двух домиков это нормально, да, абсолютно. 10-11. Здесь тоже теплые полы, да? Да. Это вы две стиралки сюда да. влепили? Ну, одна для шла. Клиентов, которые вот рабочие. Не, ну это понятно, я просто... Это... Это плитка такая, плитка да? Такая. А знаете, я подумал, знаете, тут есть пластик такой. Нет, все, я думал, плитка. Не-не-не, я уже пощупал. И здесь, короче, теплый. Короче, где плитка, теплый пол. Да. Так. Дальше пошли. Господи, сколько тут номеров. О, то же самое. Я так понимаю, что здесь, короче, можно смело покупать это и сдавать. Да, конечно. А у вас уже клиентская база набита, да? Да. А вы номер телефона дарите людям? Да, конечно. Не, серьезно? Не, серьезно. О, это значит номер телефона тоже будет подарены. А, вот еще. Да нет, в смысле, нет, номер не отдам. Не отдадите номер, нет, да? Нет, нет. Я ж почему спрашиваю. Переадресацию сделаю, а угу. отдавать нет, конечно. Понял. У меня этот номер, знаете, с каких времен. И у вас, получается, в каждом номере кондиционер? Да, в каждом номере. Телевизор. Отлично, отлично. Откусики чистенькие. И вид, кстати, смотришь, Леш,
Ты видел, это с каждого окна вид хороший, более-менее. Можно я забрала? Да ничего страшного. А, тут уже две кровати. Да. Телевизор есть. Два местных и два одноместных, да, на первом этаже и трех местных. Обои сколько времени вы обои поклеили? Вот видно, что они года два где-то, да? Да, примерно. Даже меньше чуть. Это получается раз номер, свежий. Два, три, четыре. Четыре номера на первом этаже, четыре наверху, да? Во втором. Понимаете? Так, о. Тут самое главное не убиться. Да, тут главное такая лестница. Ну тут, наверное, кто привык, уже так аж летает. Я-то... О, тут второй этаж не маленький. У меня кажется, второй этаж даже больше, чем первый. 120 квадратных метров, конечно. Ничего себе. Потолок немножко поменьше. Это пластик, да, Леша, у нас? 200. Ну да. А там написано, да, да, это пластик. Уже точно не помню. Так, две кровати. Здесь уже вы все пластиком обшили, да, все, потолок? Да, и стены, все, я ж почему. Да. Пластик, отопление, все это есть. А, ну да, вон дорога, по которой мы ехали. А санаторий вон чуть-чуть правее, да? Да тут вообще все рядом. Господи. Что-то прицепилось, не пойму, что. Деньгам. Деньгам. Да, это... О, тут три места, да? Да. Так, тут уже самое плавное. Тут, это, наверное, самая большая комната. Или там нет, еще там больше? Нет, там вон две большие. Вещи. Тут вот мы писали душ. Сами не собирались, никак не собрались. Но место для душа. Предусмотрели, так что. Ну, да. А вы имеете в виду, что пожалуйста. Можно поставить? Да, конечно. Да? Вот тут. А выходов нету тут? Вот он выход. А раковина вот на... А, вы имеете вот. В виду, если что, вот так... А, все, я вижу. Понял, вон да? Оттуда, да-да-да. Выход тут все есть. Вот она, канализация, вот. Туда можно спустить. Да вот ее видно, вот отсюда. Да. А это, я так понимаю, от котельной труба. Да-да. Выход это труба. Это труба на крышу выходит. Это да, вытяжка да. И все. И вытяжка тут, и дымоход. А вот тут расширительный бачок для да. Отопления. Угу, все понял. Так, ну, в принципе, тоже... А, подождите, это обои. Вот это обои, обои да? Обои, все обои. МЖ. Табличка самая, МЖ. Так, это что у нас снимать. Тут? В принципе, тут отопления нету? Нет. Нету. Зато паркет есть. Да. Так, паркет везде, да? Да. И там, и там. Да. Подождите. Раз, плита два, перекрытия. Три, между четыре, этажами. Пять. Тут плита, да? Да, плита перекрытия между этажами. Mm-hmm. И на первом этаже полно плита перекрытия. А тут кондиционеров нет у вас? Вот на... один большой на весь этаж. И все? Да. Там получается каждая комната, мы а как тут... бы сюда впускаем только большие группы. Вот завтра заедут, например, 8 строителей. Они а. Все двери открывают, а кондиционер один. Mm-hmm. Сколько стоит? 500 рублей с человека сдаете? Сутки, да. А у нас стоит 300 рублей с человека. Мама сдает. А мы 500. Не, ну я ж ничего не говорю. У вас курорт, а у нас Белореченск. Да, да. Получается, вот эти две комнаты одинаковые. Да. Ну что, в принципе, захотеть добавить кондиционер в каждой комнате, если захотеть. Так, а вот тут у вас уже идет, получается, фронтон кирпич только. Что? Вы имеете в виду как гостиная? В спальных местах. На. И мы оборудовали. Желающих было много. Мы стали и так площади гуляли. Ну, да. Получается на низу 4 комнаты здесь. И наверху 4 комнаты. И еще там. 2. И там. Ну она как? 10 комнат. 10 комнат. Номеров. А сколько человек загруженность? Ну посчитайте. 24, по-моему. 24. Ну, я просто... А было потому такое... Потому что кровати двуспальные есть и односпальные. А было такое, что все загружалось? Да, было, когда наводнение было, ту сторону было начать. Все сюда. У нас даже вот здесь на полу лежали. А вода вот эта у вас не доходит, когда наводнение? Нет, нас нет. У нас ходашка, у нас не пшиш. А он не поднимается. А, не поднимается? Никогда. Леш, за поднимается? За всю историю. Нет, ходашка не поднимается. Здесь нормально. Так, все, пойдемте спускаться.
у нас уровень над рекой 2 метра. Вы представьте, чтобы эта река поднялась на 2 метра. Берегов нет, она разливается там по поля же. Не, мы видим, что она здесь выше, ваша сторона намного выше по-любому. Выше. Это я тут... еще берег есть. Отрез. Чуть-чуть бы лестницу другую, чуть-чуть. А лестницу вот за счет, знаете, почему? Вот дверь на первом этаже, номер, она бы перекрыла. А, вы имеете в виду из-за дверей, да? Да. А так мы могли больше сделать. Мы же строили изначально гостиницу. Изначально гостиницу и планировали. Ну что, ребята, скажете? Класс. Класс. Но если сравнивать то, что мы первый дом смотрели, они плюс-минус по цене одинаковые, да, вроде бы, то это по-любому на первом месте. Я вот, мы, пока ты смотрела документы, Юль, мы с Лешей разговаривали, все хорошо, все замечательно, но на втором этаже, если бы они сделали полноценный этаж и не обшили вот это все пластиком, и чтобы лестница была бы лучше, поудобнее, то было бы супер. И вот я говорю, если бы я бы купил бы себе, я бы жил бы вот в этом домике, который отдельно, а то бы сдавал. Ну, в принципе, все, что продается сейчас вот такую площадью в Хадыженске, мы сейчас говорим по площади, да, то, в принципе, он интересный вариант, как рассматривать, чтобы под сдачу. И тем более, это тут же у нас этот санаторий. И как ни крути, тут реально я могу ее поддержать в плане того, что тут и люди, которые особенно в летний период едут оттуда, им где-то переночевать. Единственное, что надо просто более раскрутить вот это место по Инстаграм, ну что-то. Вот, например, я бы поставил бассейн бы, хотя бы каркасный, сделал бы навес, чтобы тень была. Но мне что понравилось, тупиковое место, вот что никого нету. И сколько у нас? 10 номеров, да, мы насчитали? 10 номеров. В принципе, второй этаж, конечно, меня немножко напряг из-за пластика. А так, в общем... кто-то хочет переехать сюда, да, на юг, на пенсии, и что-то подрабатывает? Подработка, вариант хороший. И 500 рублей с человека, в принципе, то, что здесь дают, это нормальная цена. По сути, как бы. Но у нас в Белоречке понятно, что дешевле где-то 300-350, максимум 400 рублей с человека, если мы говорим по сути с человека. Тут понятно, что типа курорт, якобы, курорт, как ни крути, Хадыженск. Много источников, да? Единственное, меня огородик как бы есть там, да? Да. Так, что тут еще у нас? Вот что в этом доме не хватает? Ну, в пластик мы поговорили, лестница мы поговорили. Не, залазить можно. Тут, как если человек, допустим, не каждый день живет там, снимать жилье недорого, понятно, что там залез, поспал, ушел и уехал. А что еще, Леша, у нас? Навеса не хватает. Навес, да, я тоже сказал. Вот навеса тоже не хватает. В принципе, если люди будут приезжать на автомобиле, с правой стороны можно их вот так в ряд поставить и мешать не будет. Тоже. Да, учитывая, что тупиковая там проезд. Да. Короче, плюс какой здесь? Смотри, отдельно стоит здание, где ты, собственник, можешь жить, да, и людям сдавать посуточно. И два санузла. На втором этаже, понятно, душевую надо сделать. Все, как бы. И, ну, если брать в общем, сдавать можно вот прям сейчас, по сути. Да. Вот, его надо раскрутить в Инстаграме. Все, мы посмотрели, друзья, этот домик по просьбе наших подписчиков. Потом мы еще дополнительную информацию им передадим по WhatsApp. Там еще много-много, что касается документов и тому подобное. Я не говорю, что плохо. Кстати, а что с документами? Все хорошо. Все хорошо? Он жилой по документам, да, получается? Да. А какая площадь там, не помнишь? 186,1 дом, 42 квадрата, второй дом. Получается, тут почти 200 квадратов. Да. Подожди, ну второй этаж, я так понимаю, не введен. Но он визуально больше кажется. Вот ты говоришь 180 чем-то. Леш, что скажешь? Как будто больше, да. Да, он визуально больше кажется. Второй этаж такой же, он большой. Да. Он, по идее, вот смотри, вот первый этаж минимум 100-120 квадратов, да? И второй этаж минимум 100-120 квадратов. Он должен... Смотрите, написано 186,8, этажность 2. А, этажность 2? 2. Лех, у нас что, рулетки не работают? Не, ну визуально он кажется больше. А второй 42,7. Подожди, я правильно понял, что второй этаж по документам зафиксирован? Ну да, этажность 2 написано. Межевание есть? Межевание
Или посмотреть надо, пробить надо все, да. Тогда пробьем тогда. Получается, что, короче, дом, грубо говоря, 200, а тот домик почти 50 квадратных метров. 42,7. Все. Ну, друзья, напишите ваше мнение касается этого домовладения. Мы продолжаем дальше изучать для наших покупателей, подписчиков недвижимость. Кстати, если вы хотите, чтобы лично я посмотрел объект недвижимости, пишите, звоните. Если будет в этой геолокации, с удовольствием поможем. Под этим роликом будет указан телефон также Юли и также мой WhatsApp. Ну, а мне желательно не звонить, а желательно мне писать либо присылать голосовые сообщения, так как мы часто на видеообзорах. Вот даже сегодня Юля со мной практически целый день. У нас уже, будем говорить, 3 часа дня, а нам еще ехать в общем где-то час-полтора до дома, и получается рабочий день у нас прошел. Кстати, с пользой. Вот реально сегодня мы с пользой посмотрели объект недвижимости, дома, и вот один дом, который мы смотрели, реально мне очень понравился, который мы будем вести переговоры именно с продавцами. Друзья, все, с вами был Николай Сомсиков и наша команда. Всем пока-пока. Всем пока.